Кофейный стаканчик, обувные стельки. Но, казалось бы, что может быть между ними общего? На первый взгляд, конечно же, ничего. Но не для тех, кто в курсе последних экотрендов. Берем вот это, добавляем несколько непреложных законов химии, физики, свойств материи и, конечно же, технологической магии, благодаря которой вот эти вот стельки, кстати, с ароматом кофе, становятся своеобразной реинкарнацией вот такого обычного бумажного стаканчика, где некоторое время назад плескался бодрящий напиток, столь полюбившийся всему миру. 70 миллиардов бумажных стаканчиков в прошлом году человечество отправило на свалку. Еще 10 миллионов тонн кофейного жмыха отправилось туда же. Неравнодушных и прогрессивных землян эти цифры заставили придумать способ найти огромной бесхозной массе вторсырья полезное применение. По миру прокатилась волна нового тренда – изделия из переработанных стаканчиков и жмыха. Экоактивисты с сожалением констатируют, люди не видят опасного врага в бумажном изделии весом 7 граммов. Его просто люди выбрасывают на улицы, считая, что он это экологично. Он попадает в ливневки, сточные воды, попадает в реки, в озера, в океаны, в моря. И получается следующая ситуация. Целлюлоза отслаивается, а пластик, который внутри, это ламинация, она находится во всей толще воды, начиная от дна и до поверхности. На него оседает планктон и, соответственно, является пищей для рыб, и которые там, это, все это дело начинают поглощать. Увлеченный идеей помочь планете и сохранить природу, Игорь привлек к своему проекту несколько украинских вузов и специалистов. После долгой совместной работы мужчина запатентовал специальный композит – продукт переработки бумажных стаканчиков и кофейного жмыха. Прежде чем бумажный стакан станет пригодным сырьем, его ждет нелегкое испытание водой. Переработка – это гидроразмыв. Гидроразмыв – это путем гидроразмыва отделяется целлюлоза от полиэтилена, потом дальше идет смешивание целлюлозы с кофейным жмыхом, идет отливка, сушка и, ну и, соответственно, уже таким образом заканчивается производство композита. На выходе получается нечто напоминающее тонкий пластмассовый лист. Его оклеивают с двух сторон конопляной тканью. Она, объясняют разработчики, действует как антисептик и хорошо впитывает влагу. Одна пара стелек – это 4 столовые ложки жмыха и столько же стаканчиков. Сейчас проект на старте, и благо, что люди его поддерживают, рассказывает автор. В Одессе, к примеру, Игорь бесплатно пользуется станками для нарезки, пока в Винницкой области производят и пакуют композит для отправки. Экосоюзники проекта говорят, что спасать планету нужно без оглядки на прибыль. Мы живем на этой планете, мы живем в этом городе, в этой стране. Мы хотим, чтобы нас окружали чистые улицы, чтобы вокруг, извините, бегали белочки, то есть чтобы животные тоже не страдали от этого, потому что пластик выкидывается в океаны, море нам близко, от этого страдают рыбы, акватория в целом. Очень полезное, хорошее изделие, которое помогает всем окружающим. Как только наладят сбор и доставку вторсырья, проектируемая производственная линия будет перерабатывать несколько тысяч тонн в год. К тому же в планах выход на западный рынок. В этом рассчитывают на помощь инвесторов. Но сначала изделия тестируют и, что называется, допиливают, собирая отзывы украинского потребителя. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».